1922 популярных видеоролика на моем канале на утро 15 апреля 2024 года. Вот этот агрегатор, он тоже оказывается весьма оперативный. Обнаружил я это недавно. И хорошо, что вот в YouTube есть такой агрегатор, который выдает информацию о количестве популярных видеороликов, да? Потому что самому мне никак это не определить. Тем более, что вчера вечером, 14 апреля, количество видеороликов у меня стало 60 тысяч. Ну как среди 60 тысяч видеороликов почитать популярных количеств? Да никак. Поэтому я искренне благодарен YouTube за то, что он предоставляет такую информацию. И, естественно, можно посмотреть в любое время. И оперативность, постоянно этот параметр меняется. Вот и хорошо.